любит добро пожаловать. Оставлю. Фото. Отлично. Уважаемый Николь Баваевич, добро пожаловать в Кыргызстан. Рад вас приветствовать на нашей гостеприимной земле. Пользуясь случаем, позвольте выразить искренние поздравления по случаю победы партии «Гражданский договор» на внеочередных парламентских выборах Армении. В текущем году Армения, как и Кыргызстан, отмечает свой 30-летний юбилей Дня независимости. Рад этой возможности поздравить вас и в вашем лице весь армянский народ с этой важной датой. Вам слово. Спасибо большое. Уважаемый Садыр Нургажоевич, очень рад очно встретиться с вами. Это наша первая очная встреча после вашего избрания на посту президента Киргизии. Я хочу искренне поздравить вас по этому поводу и пожелать успехов во благо дружественного Кыргызстана и кыргызского народа. Да, вы правильно отметили, наши страны в этом году отмечают 30-летие независимости. И я тоже поздравляю вас с этим юбилеем. Нужно думать и работать над дальнейшим развитием наших стран. И особенно мы являемся членами Евразийского экономического союза, который открывает новые возможности для развития торгово-экономических отношений. И, конечно, к сожалению, взаимный товарооборот не очень большой между нашими странами, и мы должны работать над этим. И я уверен, что вы тоже настроены на такую работу. И я очень рад, что сегодня мы имеем такую возможность, чтобы обсудить все вопросы нашей двусторонней повестки. Спасибо.